надо лучше не рисковать. О. Оу, не та кнопка, блин. Хорошее начало. Старт, теперь options. О, все, да. О, а тут что, есть громкость? О, я надеюсь, это такие звуки громкие в этой игре. И вообще, восьмибитность, она не очень. Я все тише и тише делаю. Ну так, я буду считать, что он уже транслирует или записывает. Так что, йоу, what's up, БРТД, здесь все, там, Дюша Метелкин, я не знаю. Мне, короче, надо сейчас записывать талкер, потому что послезавтра уже, или сегодня же 24-й, я не знаю. Короче, послезавтра уже будет день великий, когда мне нужно добраться до бара. Но я, знаешь ли, все равно, пока я не записываю сталкер, я все равно в это играю. Думаю, что не записать кусочек и играние в это. Потому что, знаешь ли... Оу, я сделал тише, и оно вышло. Так, погнали. У меня тут, короче, нацеплена такая специальная... Так, нет, вот это, да? Теперь C. О, тут это, Clock of Clemency. В общем... А, нет, да. Drop less gold. Вот это то, ради чего я его взял. Блин, ну такое громкое. Сейчас. У меня такое еще. Такая музыка оглушительная, я не могу. Прям надо вот тише-тише, потому что 8-битность, она всегда очень громкая, особенно когда в наушниках. О, ну так чуть-чуть более терпимо. О, вот это, блин, они, короче, сделали, ну, вот это же начало любого уровня, по сути, это как отправная точка и центральный такой перекресток, из которого в любое место игры можно попасть. Тут как бы квестовые персонажи и места, где можно покупать апгрейды. Но самое первое, что ты делаешь, это прыгаешь сюда и бьешь, и попадаешь в тайное место, но оно настолько, ну, плохо скрыто, что в него всегда идешь автоматически, даже когда не хотел до этого идти сюда. Вот это вот. Тут, короче, великая башня, которая... такое огромное испытание, нужно подняться наверх. Я еще, кстати, ни разу так и не поднялся. Так, сейчас я хочу выбрать вот эту. Да, Dread Talon. Я, ну, пару раз попробую сейчас пройти, чисто чтобы попрактиковаться. Потому что это то место, в котором не отнимается здоровье, и, соответственно, на нем очень прикольно именно, ну, просто как бы привыкать к управлению и так далее. То есть, ну, как тренировка. Говорить и делать не так просто, на самом деле. Вот это вот, блин. Кстати, это место очень сильно напоминает самый последний уровень Аэрозакробат. Даже в самую последнюю схватку с боссом. Там точно такая же ситуация. Поднимается снизу электрическое такое поле, и нужно успеть подняться до башни. Прикольное новое движение вот это. Вообще из всех обновлений на Shovel Knight. Oh. Мне вот это больше всего нравится пока что. Вообще мне оригинал вообще не нравится. Из-за того, что там очень-очень неудобная, ну, собственно, атака. То есть, если здесь вот она огромная такая, то есть он далеко бьет и круто. А там Shovel Knight, это, собственно, рыцарь с лопатой. И он лопатой своей бьет так же близко, как и... Ну, насколько лопата и дотянулась бы. То есть он настолько неэффективный. Мне из-за этого всегда игра не нравилась. И непонятно было, почему все так ее хвалят. Потому что, ну, центральная механика в ней для меня была вообще совершенно непонятной, короче. А тут вот это обновление. Я постоянно его видел на Nintendo Switch. Там всяких презентациях, что типа вот, на Nintendo будет Shovel Knight. Типа, big deal, потому что Nintendo само, ну, разрешило, как бы. Это для разработчика, наверное, круто. Он даже... по сути, сделал омаж такой всяким Мегамедом и Кастлваниям там. И в итоге он на Nintendo попал. То есть это круто для них. И я увидел, собственно, у Game Grumps их playthrough. И там, блин, Эрин постоянно, когда проходил, он пропускал кучу этих... О, блин, вот это место. Кучу всяких секретных проходов. Он как будто не знает, что там есть определенная, как бы... Сейчас. Так. Только не... О, есть. Нормально. Он же бежит по стене не очень долго. Вот это, блин. О. Тут, короче, нельзя ж повредиться об врагов. То есть они служат такими трамплинчиками, когда ты их бьешь. Но при этом они повреждают. О, вот это место, блин, тут все надо прыгать.
Я, собственно, не рассчитываю особо далеко дойти сейчас. Это я так. Я хотел записать, на самом деле, пару уровней, ну, сюжетных. Они не такие сложные. Даже испытание, это, по сути, такое чисто, как... Блин, как я еще живой? О, все. Фух, ну половину прошел. Все, я не хочу больше проходить. Я один раз дошел достаточно далеко, но оно слишком фрустрейтинг. Оно отбивает желание играть дальше. Я лучше по основному пути пойду. А он более сбалансированный. О, вот это прикольно. Мне всегда с этими так нравится разговаривать. Stuffy keep is no place for warriors, but the meat is plentiful. I may sit here for a while yet. Кстати, тут, получается, все те же самые уровни, что и в Shovel Knight, но они немного переделаны. О, кстати, вот это такой себе, типа, ну... как это? Ну, Easter Egg или я не знаю. На самом деле, это, по-моему, больше как функция. Короче, тут надо вот этот шар, да, перебросить на эту сторону, и тогда его поймает кот и будет играться с ним. И за это сначала он бросал, короче... Тут я случайно догадался, как. Ну, короче, он золото бросал за это, то есть это такой бонус. Bright light and fires bright. Your feet are laid bare to my all-knowing sight. Arpeggio Ascensius! 1799 это номер стен, которые ты. По которым ты пробежался. А, то есть. Retrone, number of time you've fallen in battle. 39 раз я умер. Chronological. Total. 3 часа, ничего себе, я 3 часа уже в игру. 3 hours into a game, как говорится. Так, погнали. Вот это, короче, такой центральный выбор уровней. Кстати, классно, что тут так сделали, потому что мне вот это в Shovel Knight в оригинальном не нравилось. Ну, как оно как в Марио было, там, типа Overworld, надо было ходить, и все места закрыты. А тут все открыто. Тут сразу можно выбрать любого рыцаря. Вот я прошел, получается, 4. И можно в любом порядке проходить, соответственно, и перепроходить. Но получается, вот справа, сверху, там пишут, сколько золота нужно для того, чтобы туда попасть. И сколько черепов можно найти на этом уровне. Я стараюсь черепа везде максимально собирать, потому что за них можно покупать специальное движение. Так, Pride Moor Keep King Knight. О, вот, я вот это хотел. Просто Game Grumps играют сейчас на этом уровне, и я как бы, когда вижу... О, воу, кто это? Stop right there. Reese is here to save the day. Reese, the one and only. Uncle said there's evil stuff going on in there, in here. And when evil's afoot, Reese is on the rise. Childish. You don't belong in this place. Run along before you get hurt. Shit. Dares to intrude on my tower. Oh, Enchantress, собственной персоной. Hey, lady, my name's Reese. Или Rise. Rise, наверное, надо лучше говорить, потому что он пытается шрифмовать. Are you here to help me beat these guys up? Looking for an apprentice of your own, Spectre Knight. He's nobody, just a naive kid. Let him be. I'll escort him out myself. А что если это сын у того, с которым только что флешбэк был, короче? Oh, a nobody, you say. Well, that just won't do. Let's make something of him, shall we? What the? Whoa! Блин, так круто, когда тот, кому ты служишь, как бы в действии. Что? Ой, я не успел прочитать. So potent. Now this is the kind of feeling I could get used to. Put him up, skinny. Why don't we... Take my new powers for a spin. О, мне надо с ним сражаться? Да, оу, shit. Не так быстро. Тихо. Так, я хочу... Вот этот, наверное. О, вовремя. На самом деле, мне лучше вот эту штуку использовать. Пока не поздно. Тут есть как бы лечилка, которая взамен на магию. Вот, из него выпадает магия время от времени. О, он почти готов. Если кому-то интересен сюжет, так называемый, тут, короче, задача вот этого Spectre Knight в том, чтобы созвать всех, ну, всяких крутых боссов
Для того, чтобы они служили Enchantress. Вот этой, как она, зачаровальщица или... Я не знаю. Вот она. Oh, Heidel, how delightful. I'm impressed, Reese. Or Rice. Perhaps I can find a use for you around here. Let's see. That nervous acolyte is certainly unfit to guard this mirror. Take his place, if you would. Of course, my master. Can I destroy him? Not too hasty, my child. He can ponder his fate in the dungeon. And you, stop wasting time. А, это в смысле я. Return to the task at hand, and do not fail me again. Как я ни разу еще не фейл, я тебе 4 человек уже привел. Это так нечестно. Так, ну и шо? Well then, puppet. Out with it. Куда тебя дальше отправить? Ну давай уже. Are you sure you want to? Да. Такой, знаешь, став, сразу такой весь этот придирается. О, это же самый первый уровень был, по-моему, Shovel Knight. Ну, один из первых. И я его только что увидел, захотел перепройти. А перед этим я... Это Пайжа... О. Так, мне нужно что-то более прикольное. Вот это мне больше всего нравится. Оу-оу-оу, там пропасть была, блин, я не увидел. Я что-то решил, что, ну, это земля, я не обратил внимания, что там немного темнее как-то. Я, по-моему, не умер полностью, да? Вообще, мне больше всего в этой игре не нравилось в оригинале, что... Сейчас. Что там при умирании ты постоянно золото бросал. И я чем чаще умирал, тем больше золота бросал, потому что у меня все меньше и меньше оставалось как бы веры в то, что, ну, точнее, даже мотивации на то, чтобы дальше проходить. А тут же золото, ну там золото нужно было для того, чтобы уровни проходить, поэтому постоянно приходилось грандиться. Это так было неинтересно вообще-то. А в этой версии наконец-то классно сделали. Тут апгрейды покупаются за черепа отдельные, которые еще нужно найти, и они как отдельные такие. И я себе купил этот плащ, который позволяет меньше золота тратить при смерти. И это очень круто. Я счастлив прям. Так. Не очень, конечно, что нельзя врагов повреждать падением вниз. Сейчас надо вот это вот. Не, куда? Вот. Так. Так же. Что из этого как бы стена, а что нет? А, вот так, ага. То есть сюда можно, да? Ага. Трудно понять вообще, где фон, а где не фон. О, магия закончилась. О, спасибо. Ап! Так глупо. Так, А как же это прыгнуто? А, точно, надо его орб использовать. Так все очевидно. Да. Прикольно, он вообще, он настолько удобный управлять вообще игрок. А как же? Как можно было? Я пытался ударить, но не успел. Так. Во-во-во-во-во-во-во-во. Достаточно не очень. О, мне нравится, тут, короче, есть типа специальное движение. Там у них в вот этом дворце появилась такая типа танцюристка, и она начала танцевать, и типа, ну как тебе мой танец? Он такой, это ужасно, типа убирайся отсюда. И после этого мне дали новое движение, если держать вниз, то он стоит и такой непоколебимый, типа ему все равно. То есть он, ну, я не знаю, действует ли оно в игре, но это так прикольно, что такое, типа, несерьезные такие эти апгрейды. Мне кажется, сверху еще что может быть. Я, кстати, не разбиваю эти чекпоинты никогда, потому что, блин, тут очень часто умираешь во всяких... О, что вот это? Окей. Сейчас они оживут, да? Че они не оживают? Это очень странно. Я, кстати, на эту игру делал летсплей очень давно. Ну, на оригинал, то есть еще в 2014. Тут
стена, кстати, прикольно. Оу. А, она закрыта с двух сторон, ух ты. О, что в лесу? Это пропасть или нет? Ага, вот так. Ой-ой-ой, я забыл. Да, сейчас, еще раз. Так классно им управлять вообще, я не перестану радоваться, как они учли, наверное, пожелания всяких таких, как я, нетерпеливых игроков, видимо. И сделали игру более... Что ли, я не знаю. Короче, им управлять лучше всего вообще. Shovel Knight сам по себе такой вообще не очень. Так. Так. Ой, кстати, я теперь, наверное, могу даже сикл использовать. Да, да, он бросается. Прикольно. Это, конечно, screen transition, как в Mega Man. Оу! Мол. Ау! Ух ты! Я с помощью подпрыгивания как раз уклонился от его снаряда. Оп! Так. Точнее, с помощью вот таких ударов добрался до него, вот как сейчас. О, а как теперь мне туда допрыгнуть? Ну я же хотел на ту сторону попасть, там же еще один алмаз. Может я допрыгну и так? Не. Классно, что курица, да. Мертвая тоже. О, вот это место, тут эти падают, да. Такие отсылки. Хотя это не отсылки, это те же самые уровни. Что тут... Кстати, мне очень нравится как бы сама модель выпуска этих игр. То есть сначала был оригинал, потом вышло еще одно дополнение, где можно играть за одного из боссов. Теперь вышло еще одно дополнение, где можно за еще одного босса играть. И сейчас на подходе еще один босс. То есть одна и та же игра, те же самые уровни, все те же самые как бы... составные элементы, но при этом... Оп. При этом все равно оно разное, оно отличается, ну, ощущение от этих всех игр разное. Я, правда, не играл во вторую, я только в эту играл. Мне вообще же, я же говорю, оригинал просто не нравился, я поэтому не стремился особенно в тот поиграть. Но теперь мне, конечно, любопытно немного. Мне нравится эстетика еще в этом, в этой части, кстати. Тут все такое мрачное, даже те же самые уровни как бы ночью происходят, и это все меняет. Ну и плюс управление, да, поэтому это явно моя любимая часть. Ну опять же, это нельзя назвать частью на самом деле. Та же игра, просто как DLC мод, так сказать. Так, а как же наверху? Ага. А, нет, я так не допрыгнул. А, нет, допрыгнул. О, там, да, я так и знал, что там что-то будет. О, сейчас босс, кажется. О, нет. О, прикольно. Оно его не повреждает. Может, когда он вот так делает? А, нет. Его нужно только вручную. Ау! Вообще, Shovel Knight это вообще невозможно было делать. Он такой слабачок, у него вот эта лопатка его так называемая. Вообще ничего не умеет. За боссов, которые против него играли, интереснее играть. Так, что если вот этот использовать? Я его прокачал все-таки, надо хоть какой-то чтоб толк был. Когда он уже... О, есть! Только объясняю, что на этом уровне еще что-то есть, но на этом экране. А то он какой-то достаточно не... А-а-а! Крыса. О! Прикольно, тут, короче, на разных уровнях. Вот это я нашел только что, по сути, хард-контейнер. То есть у меня здоровье максимально увеличилось. А на некоторых уровнях можно магию увеличить. И, короче, там есть один... в городе в этом такой один NPC, который рассказывает, на каких уровнях можно магию, а на каких здоровье найти. И я первые два уровня прошел те, на которых магия была как раз. Потому что мне, ну, в
больше нравится использовать всякие специальные атаки здесь. Особенно вот этот, вообще, он такой прикольный. О, вот это, блин, место. Хап. Ах, магия опять закончилась. Честно, слышно меня, а то я достаточно далеко от микрофона просто. Так, вот эти вот блоки ломаются. Еее! Оно тут с намеком лежит, вот это ж магия как раз. Мне кажется, здесь еще что-то должно быть. А ну, вот этот подбирает, по идее, золото. То есть, если я подпрыгну и сейчас его использую, так. А, нет. Ну, видно, там просто ничего нет за этим флагом. О! Это вот это место, где, короче, да. О, кстати, да, я увидел, как Геймграмс тут подпрыгнули, и это как тайное место. Так, и сохранился, да? Я, кстати, еще даже не умирал, как ни странно, на этом уровне. Воу. Это явно не случайно, мне кажется. Воу-воу-воу. Я не держал вверх, и оно меня подбросило вниз. А? Фит аккомплиш какой-то. Я только не успел прочитать. Наверное, там за определенное количество вот этих движений. О, у меня, по-моему, черепа, да, собрались на этом уровне? А ну. С. И тут, вот, черепа. На этом уровне 7 только, ага. Так, платформы. Они, по сути, только поменяли, получается, расположение объектов, но этого достаточно, чтобы игра ощущалась иначе как. Оп, тихо, тихо. Уф, пропасти, потому что, знаешь ли. А, все тут не добежать? Хм. А что, если я отправлю вот этот цикл? О, да, так можно, прикольно. Мне кажется, это явно не случайно. О, немного не допрыгивает. А, да... В принципе, тут можно и по-нормальному. Есть. О, и они магию дали. Это тоже не случайно. О, тихо. Да, теперь... Оп! Блин, я, кажется, не успею теперь. Фух. Это было прикольно. Так, о, я сейчас... если от него отпрыгивать, то он начинает ломаться. Поэтому я сейчас не буду отпрыгивать. Я сейчас упаду... И потом отскочу от стороны. Да. О, вот так. Так у меня больше будет шансов вернуться на него и потом еще раз вот так сделать. Оп. Круто. Пока все успешно. Так, наверх. Или это основной путь? Да, выглядит как основной. Хотя там череп был. Сохраниться надо сначала. Воу, кнычка. А. Или я тут... А что оно открыто? Сундук был открыт, может... Из-за того, что я по нему ударил или... Может, я тут был все-таки? Ну, не, я не помню вроде. Ау! У меня что, здоровья не было все это время? Ха. Так, еще раз. Окей. Так, меня интересует вот этот. Я им почти не пользуюсь, поэтому он не прокачанный у меня. О! Блин, тихо-тихо. О. Я же говорю, когда золото тратится, так всегда больно, как бы. Пропасть поставили прям... А! Прям тут. Классно вообще, так легко вот эти все движения делать. Я не знаю, вот в этой, да, я как бы не повторяюсь. Так, хорошо. А, интересно, внизу есть что-нибудь? Не похоже, конечно, мало ли. О, быстро. Только что был главный сейф. А, это босс. Ха, посмотрите-ка, это королевский коленный пес, ну типа...
дворняга или что-то такое. Пришел сюда, чтобы служить своей хозяйке, да? Бегаешь за своим хвостом по долине. Бегать за своим хвостом должно быть утомительно. Кстати, ты типа выглядишь как смерть, ха? Ну, типа, он же Грим Рипер, и поэтому типа смешно. Как и подозревал наш лидер. He don't play at nobility. I've been tasked with setting you back on schedule. Я слово schedule вообще не могу никогда нормально произнести. What should I do? Grab a shovel and start digging? Just thinking about it makes me flawless. Makes my flawless face flush. Working is for commoners, but I'm not afraid to get my hands dirty. Watch. Оу, щит, оу, щит, оу, щит. Так, подожди, мне нужно что-то сделать. Что-нибудь, я пока не знаю, в смысле. Ап! Окей, умирай, король. А, да, тут всякие будут делать. Ап! Окей. Вообще, вот из-за того, что у него такая, ну, атака является заодно и пропеллером таким себе, то это очень круто. И, кстати, этим мне он тоже Айро напоминает очень, потому что Айро всегда умеет такое делать, но он, правда... Так, пора уже полечиться чуть-чуть. О, крысы. Так, сколько ему там осталось уже? О-о-о, тихо! Фух, я чуть не упал. Вот так вот. Фух, но я не умер. Фух. That was close. Интересно. Блин, а если бы я вот упал сейчас в пропасть? Они не учитывают как. Боссы тут легче стали. Ну, в основном из-за того, что персонаж стал более крутым. Это так, блин, глупо было с их стороны выпустить сначала игру, в которой все было очень трудно и неуклюже делать. Лопата вообще еле-еле била, и ей невозможно было попадать. Ну, надо было прыгать вниз постоянно на врагов, и это так не круто было, короче. У этого, с другой стороны, так все вообще. О, 90 тысяч, я могу купить еще один плащ. Тут, короче, есть... сейчас. Quickly along surfaces and spikes as if they were rails. Но это для, наверное, каких-нибудь уровней, я не знаю, для чего это может быть. Striker's Shawl. X to charge. О, это для более крутого этого сикл. Вот это вообще мне непонятно. Типа ломать чекпоинты, чтобы уменьшать здоровье, ну максимальное, но при этом увеличивать силу атаки. И. А, и магия восстанавливается при этом. Ух ты! Магия восстанавливается, это интересно на самом деле. Я, кстати, могу даже купить. Ну сейчас, если ничего более ценного не нужно покупать. А ну. Нечего покупать. Так, последний висп магии находится. Ну, Darkness она тут называется. В Clockwork Tower, о. А во всех остальных находится здоровье. Так. Воу, призрак. А что это? Я не помню его. Вау, I sure do love being dead. Thanks, Spectre Knight. Я этого призрака где-то видел. А, ну да, на аутомате. Лич Кинг. С этим хочется говорить. Прикольно, кстати, тут так атмосферно, именно графика, ну, наконец-то более стала такой интересной. Потому что мне, опять же, я все время с оригиналом сравниваю. Well, I'm all juiced up. Customers are just pouring in. Thanks for striking your neck out for me. Stretching, наверное, я не знаю. Ах, Спектр, I'm working on my technique for a killer new move. Brace yourself for the kiss of death. What? Wait a s- No! didn't work. Класс. Я не успел прочитать, но он, похоже, сам себя убил. Вообще, юмор, кстати, тут есть. Lighting is how you show the world human business. You know, can't have a kingdom without a flashing. О, прикольно. Without flashing some gold. А, ага.
О, король новый. А, sniveling servant, here to wait on me. Hey, you, servant, yes, you. More chicken at once. Glamorous. Вот это мне нравится, типа, о, ты там такой, там, слева, налево, направо всех режешь, вообще, такой крутой, на тебе, от меня, типа, на носок. И кидает одну монетку, самую слабенькую. Ну, на самом деле, вначале кинул 3 алмаза, но когда потом с ним говоришь, что он мало кидает, это так смешно, что-то. О, череп прям тут. Ого, оно ломается. А, это апгрейды. Кстати, я хотел вот эту прокачать. Сколько она стоит? 4000, давай. Да, это, собственно, то, что я и хотел. Ого! Ого! Wow, this is awesome! I could perform lots of sword stabs in armor like this. I'm going to put infrared transfer to the last city immediately. Прикольно. Зевает, это такой намек, типа ему ничего делать, и надо поэтому найти ему, чтобы было что делать. Так, а что я еще хотел? А, да, собственно, вот я потратил деньги. А, да, мне еще интересно было, есть ли у того вот, у вот этого новое движение. Я, по-моему, не все купил. Там последнее вообще неинтересное было. Там что-то. А, вызов черепа, а вот это что-то. Shadow Mirror. Cast reflection and attack from a distance. Не совсем понимаю, что оно дает. Надо проверить. Да. А, this well guard. Окей. Прикольно, что они тут сделали для каждого нового движения такую отдельную комнатку, где можно попрактиковаться. О, эта комната, как ни странно, не зачарована. Тебе должно быть интересно, почему? Но это еще один секрет. Торопись. Ага, то есть тут можно использовать. А, наверное, потому что, ну... Собственно, понятно почему, потому что иначе не пройти. Так, Shadow Mirror. Что оно дает? А, и все. А, ну вот почему, да. А, вот так. Это прикольно. А, оно временное, что ли? Я не пойму. Да, наверное, временное, потому что магия не отнимается. Я думал, может оно... Или оно определенное количество ударов может выдерживать. А если, например... Вверх его отправить. А, не, нельзя. Странно. А, вот, каждый удар отнимает немного магии. Интересно. Так, а как же теперь? Может, я могу тут движение менять? Не. А, вот. Ух ты, прикольно. Вот так. Это, наверное, пригодится где-нибудь. Ха. Сквозь стены, блин, непривычно, оно так странно. И трудно понять, кто из них ты, а кто не ты. Кстати, так вот это движение пригодится, мне кажется, на уровне с башней. Там очень часто враги чуть-чуть раньше, чем ты, появляются. И, кстати, надо попробовать даже сейчас. Окей. Прикольное, кстати, движение. Так, и что я еще хотел? В принципе, мне пока покупать нечего. Да, могу дальше идти. Вообще-то, если вот это все места, то как-то мало, честно говоря. Вот получится раз, два, три, четыре осталось только. Все, большую часть. Да. Clock Tower, что это за место? Я не помню, кстати. Оу, реально не помню. Та-та-та-та-та-тур. У меня уже ощущение, что я что-то пропустил. Ух ты. Пригодилось. Что-то я не знаю, ну, рассчитан ли был этот уровень изначально на то, что на нем можно использовать это движение, но оно тут пригождается. Падение ли? Так, как же тут? Поэтому можно скользить? Нет.
А как? Может, я с той стороны потом приду? Ничего не понимаю, может, там сверху надо было? А, вот, вот так, ого! Такая система. А, ой, там еще надо было... Прикольно. Тихо-тихо. Так и упал. И магия отнялась. Тут надо, короче, баланс держать, я так понимаю. Ага, нет, надо ее немного поднять. А потом... Ага, вот так. Интересно. Внизу явно что-то есть. Нет? Странно, а что оно выглядит иначе? Ау, прикольно. Что это я взял? Ага, не то. Не то, что мне нужно, я имел в виду какое-то с чем-то, с чем стрелять. Я почему-то не помню в оригинале этот уровень, кстати. Я его почти прошел или нет? Наверное, я не в том порядке проходил. Там же, да, там нельзя было выбирать уровни, и, наверное, я не дошел. А, вот так. Ох, классно, черепа находить всегда так прикольно. При том, что они особо уже и не пригождаются, именно по сюжету, так сказать, но... Все равно... Когда много всяких special abilities, то тоже не очень прикольно на самом деле. О, опять мана закончилась. Оп! Странно, тут что-то вроде... А, не, это просто... А, вот так. Блин, я магию по привычке использую, но я забыл, что я не могу. Так, значит, надо вот так, да? Классно, что тут вообще вот, ну, сам дизайн так устроен, что ты сначала видишь, что нужно сделать, потом пытаешься это сделать. Ну, всегда очень явно, ну, ясно, что нужно делать, и это прикольно. Вообще, да, ну, там просто многие слишком, мне кажется, перехваливают эту игру. Например, про Джаред там ну, поставил ей 10 из 10, говорит, что она лучше даже, чем Мегамены, при том, что он фанат Мегаменов там. И все как-то слишком чересчур именно оригинал хвалили, но мне он не нравился, я говорю, из-за того, что там бить нельзя было нормально. И, ну, сама механика вот эта, как в DuckTales, тоже не очень. Но дизайн там был прикольный, и всякие персонажи, ну так, мне просто фэнтезийный сеттинг не сильно нравится, и поэтому я, ну, не особо, ну, не фанат такого. Но были все равно прикольные моменты, то есть... Ну, то есть мне он на четверочку, оригинал, по крайней мере. А вот это прям норм вообще. Я заметил, что мне все чаще в него именно хочется играть. Что я вот как-то... Ну, вот у меня часто бывает такое, что хочется во что-то вот восьмибитное, как бы. Ну, ретро, в смысле, ретро-стиле во что-то поиграть. Но редко, когда находится что-то подходящее. Так,
А в это вот, вот оно как-то вот зацепило, короче. Это очень, знаешь ли, круто, когда так происходит. О, как же классно, когда золото не тратится вообще. Но сразу хочется играть, потому что я же говорю, когда теряешь один мешок, там что-то половина золота, потом второй раз умираешь, еще половина. Так, я так понимаю, я могу... Это jump through платформа, то есть можно снизу... О, мне это напоминает этот... Потерявшихся викингов, ну, Lost Vikings. Как же вот это сломать? Может, тут можно? Что если я использую вот это? О, да, можно. Опять магия закончилась, что такое? А, угу. В таком порядке. Не знаю, откуда у меня магия взялась. А, наверное, да, с врагов попадают всегда. О, тут магия как раз. Классно. Я же за ней сюда и пришел, круто. Не зря, ну, рискнул проверить, как можно ли бить те блоки. Вот. Да, класс. А то я один раз пропустил и пришлось покупать в городе. То есть там, если ты прошел миссию, но не нашел то секретное место, в котором можно прокачать здоровье и магию, то можно потом купить его у одного из горожан. Это тоже классно, мне кажется. Оно так forgiving. Не нужно как бы... Оно дает альтернативу. То есть ты можешь пойти еще раз и перепройти тот же самый уровень, который только что играл. Ну зачем, как бы, если можно за небольшую плату, так сказать. Так, а... Я думал, там бомба будет. О, класс, у меня теперь, по-моему, вообще максимальная магия, да? Хм, странно. Так, это... Куда мне... Это основной путь, да? О, я вспомнил вдруг, что вот этот уровень, по-моему, показывали в одном из видео, где... Ну, опять же, перехваливали дизайн... Что тут очень классно получается все устроено, что ты, например, если сверху сейчас упадешь, то ты не падаешь в пропасть, а как бы... То есть игра дает возможность научиться и понять, что нужно сделать, не карая игрока смертью. О, класс. Так. То есть, допустим, если я упаду сейчас вниз, то там как раз будет место, с которого очень легко и быстро подняться будет. Ну или не здесь, это в оригинале, скорее всего, было, но... Я помню, именно на этом уровне они это рассказывали. А тут как? Получается, мне нужно сейчас упасть вниз. Потом вот так. А, ну тут легко. И, наверное, можно упасть. Да, вот. Блин! А-а-а! Больно. И здоровье потратилось. Надо бы восстановить. Вот это вроде. Да. Я говорил, интересно, что мне не нравится 8-битная музыка, собственно. Странно очень, наверное. Но я просто в целом к NES не очень хорошо отношусь. Для меня Sega это как бы definition of retro gaming, так сказать. А 8-битность так себе, как эстетика. И саундтреки 8-битные вообще никогда не нравились. Оу, shit! Вот это вот то, о чем я говорил. Вот уже больно, но благо мало очень. Хотя нет, 750, надо срочно подобрать. Так. Блин. Да, когда вот так теряешь, то оно не очень. А что там? Слева. Я забыл. А, тут был череп, да? Кстати, я вспомнил. Не, да. Что, короче, когда я играл еще в Spectre of... Ой, в оригинал... Там именно этого босса я, кстати, записал на летсплей, который я записывал. И... Сейчас я понял, что это как бы так немного символично, потому что именно с ним сделали дополнение вот это, которое мне тоже понравилось. То есть я уже тогда заметил, что он прикольный такой весь. Воу, вовремя. А, блин, я имел в виду, да, вот так. Блин, мне кажется, если сейчас... Где-то здесь будет место, где нужно отклониться и что-то сделать сложное, чтобы добыть, например, череп или что-то еще. То есть я уже чувствую, как я пропускаю что-то здесь. О, вот, например, да, вот тут надо было под...
должна меня поставить. Ага, вот сюда. Вот, вот так сделать. И успеть. Не успел. О, воу-воу-воу-воу-воу. Блин, так, так сложно сориентироваться на самом деле. Так, о, все, оно уже не... Фак! Так близко. Оно не двигается, экран уже не двигается. Просто оно психологически всегда давит, когда экран перемещается. Может, на английском рассказывать? Не, мне не нравится на английском. Надо сейчас попробовать допрыгнуть туда. А? И куда теперь? Ага. Тут призрак, призрак сейчас появится, да, вот этот. О, он респаунится, прикольно. А, блин, он же об него. Чуть словно не умереть. А-а-а! Все мое золото потерялось на том этом. Вот это то, о чем я говорил, блин. Жалко, знаешь ли. Так много еще. Просто это реально все игровое золото. Если это, ну. И вот если я сейчас не подберу еще раз, то, то блин, потом просто не хочется дальше играть. Вот, вот это то, из-за чего я тоже не мог нормально, ну, раньше играть. Я никогда не мог нормально подобрать золото, потому что умираешь же, как правило, в таких местах, где я вообще не планировал, что потом золото будешь подбирать, да? Как... Fucking... А. Вот это да, вот это одна из причин, почему... нет, нет! Фух, есть, 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 вернули... Нет! И все, у меня было сколько? Около 10 тысяч, и теперь вон 500, и только что 700. Благо, золото больше ни для чего не нужно особо, но все равно, оно просто вот все равно как просто обидно. И, ну, не мотивирует продолжать. Лучше бы сделали там жизни. 3 жизни было бы нормально. Чем вот это терять золото. Очень глупая система. Реально, мне вот это, за это не нравился оригинал. И жалко, что они и тут такое сделали. Опять же, это не сиквел, и это тоже, я же говорю, прикольная модель выпуска игр. То есть, это та же игра, и она не притворяется, что это уже там сиквел. Но она делает... Она делает, по сути, больше того же, ну, того же самого. More of the same. А это же как бы хорошо, когда игра при этом норм. Фак, фак, фак. Воу, я что, еще живой? А, я же восстановил. Так, хорошо. Как мне это сделать? Так глупо. Вот это да, вот это теперь суть игры этой. Раскрывается в большей степени. Ой. В смысле, мне же не нравится музыка. Не-не, какая неинтересная музыка. А сам напеваю. Да не, если... Это, по-моему, это Джейк какой-то там... Ну, короче, который делал еще саундтрек для Double Dragon Neon. Он крутой, короче, чувак. Вроде да, это он. То есть мне композитор нравится, но звуки не нравятся. Если бы 16-битную музыку сделал, тогда бы я был не против. Блин, наверх, я так понимаю, лучше вообще никогда не лететь. Так, а есть ли у меня такое... А, вот это вот, да, вот это летит сквозь, все. Я, пожалуй, буду с этими лучше. Эти, блин, призраки еще респаунятся постоянно. Так, о, хорошо. Ох, наконец-то золото. Он просто, да, вот это движение особое, вот это вот, оно активируется той же кнопкой, что и удары. Поэтому, если я хочу, например, просто ударить, не, ну, без полета, то нельзя, собственно, так сделать. Вау, интересно, тут надо сейчас, ага, спуститься. Оу! Так, успеть сюда. О, классно. Фух, прошел чуть-чуть дальше.
все равно так много золота потратил. И главное, чтобы нигде не было. Сейчас вот это опустится, да? Это я показываю, главное. Ну, вот эта штука, вот эта. А, вот так. Так. Ну, я примерно понял, как туда попасть. Ну, вон. Fucking stop. Воу-воу-воу, тихо-тихо, фу, хорошо. Е-е-е. Мне направо, да? Сейчас какие-нибудь рыбы там начнут, ну, опять вот это. Вау. И надо успеть. Ух ты, интересно. Ага. А наверх надо ли пойти? У меня такое ощущение, что наверху может что-то быть. Не, вовремя. У меня ощущение, что я что-то пропустил все-таки. О, как? Наверное, слишком узко было там, и его немного раздавило. Не знал, что так можно. А как там, собственно, надо? Как тут не умереть, собственно? Ага, вот так. О, блин! А, опять! Там нельзя отпрыгивать, если ты не учел, что стена справа была липкая. Или как это называется. Кстати, я сейчас осознал, что, во-первых, моя игра похожа визуально на эту. У меня там видео к ней есть, Retri называется. Ну, это на самом деле не название, она называется по-другому, но... Я ее так назвал, потому что я ее начал в... Темплейте ретро гейм, короче. Поэтому ретро назвал временно. Тихо-тихо. Так вот, у меня эстетика та же, ну и тоже к стенам можно прилипать. Это же суть моей игры должна была быть. И короче. Но я сейчас понял, что я у себя не делал такого, чтобы к некоторым стенам нельзя прилипать. Потому что это как в портале. Вот, например, там. Прикольно в начале, когда все стены белые, и можно везде ставить порталы, и тогда такая свобода действия, как бы, и интересно экспериментировать. А потом они дальше в игре делают так, что получается, к некоторым стенам нельзя уже, ну, порталы ставить, типа, и от этого меняется. И оно так неприкольно, на самом деле, нелогично тоже. Фух, хорошо. И я осознал, что я такого ограничения своей игры не делал, то есть у меня ко всем стенам можно приклеиваться. Кроме, ну, там, шипов. Как тут, собственно? О, блин, это сложно. А? Так, ага. Вау. Так, сейчас, когда он будет внизу, надо будет подпрыгнуть, наверное, да? А? Блин. А как? А, вот так. Ты шо? Прикольно. Начинается. Так, и что это сделало? А, вот так? О, ага, прикольно. О, я ж могу стрельнуть по тому. Вау. Это явно для этого сделано. Оно, я надеюсь, не временно. Оп, временно. Во, мне этот уровень что-то мидбоя напомнил чем-то, я не пойму. О, есть еще один череп, ладно. А, почему? Фак. И магии нету. Нечем полечиться. Так, еще раз. Я лучше подожду, когда оно будет двигаться в нужную сторону. Например, вот сейчас. Так. Честно говоря, это место похоже на то, где я должен был быть. Да, слишком как-то все тут. Подожди, в смысле? Как я могу до туда дотянуться? Как этот череп взять, интересно?
А, вот, вот этой. Ха, прикольно. Ты шо, не, это как-то сложновато, честно говоря. О, может надо опустить... А, тихо-тихо. О. А, во, о, класс, вот она должна сюда прилететь, теперь надо по ней ударить и вот так взять. Ого, вот эта система. Не спрашивай, как я это сделал, я сам не понял. Да не, на самом деле тут все очень продумано. О, и вот как раз, да, я ее поймал сюда, я не специально даже. Оп, и мне сюда и нужно. Класс, вот это вообще. Здоровье пополнить бы. Оп. Ах, что из этого основной путь? А, ого. Я что-то запутался. Если мне сюда не нужно было, то почему это место было здесь? Или... Нет, мне все-таки нужно было сюда. То все было нычка, да, получается? А, фак, нет, нет. Опять, да, только восстановил здоровье, ну, золото, в смысле. Ого, далековато. Не помню, когда последний раз сохранялся. В смысле, не помню, чтобы там был чекпоинт. Это тоже, когда умираешь, и потом приходится перепроходить то же место еще раз, то оно не очень мотивирует, как бы. О! А, нет. А, так, а как тут я делаю, я уже не помню. Снизу? Или вот так? Можно и так, да. А, вот, оно тут близко. Да, то все было нычка, круто. А, не, или вот, да, сюда я мог попасть сюда, да, то есть мне туда нужно было, ну. Так, я хочу теперь пострелять в него из этого. Чем же еще? О, может вот этим? Ой, золото подобралось, круто, это то, что мне нужно было. Ха. Прикольно, оно каждый раз по-разному летит, и от этого, ну, интересно, попадешь или не попадешь. Мини-игра такая. О, есть. А, и все. Достаточно легкая комната. О. Так, где-то здесь должно быть сейв. А, вон сейв. Сразу. Вот эти, блин, такие вообще не очень. You fucking die already. О, есть. О, круто. О, он такой быстрый. Так, это было явно обучение. Сейчас что-то произойдет. О, нет, только не это, башня. Еще одна. Я это еще не изучил, как бы. Тут сейчас столько раз буду умирать. А, тихо, тихо. Так, я не должен задерживаться на нем. Так. Вот так. О, хорошо. Сейчас, блин, ракета зачем? А, чтобы я на них прыгал, то есть. И как? Воу. Подожди, подожди, мне хотелось тот череп взять, я все-таки его возьму. А, не туда. О, вау, класс. Пригодилось. О, еще и... Класс, вообще, все удалось. Здоровье. Еще. Так.
тут уже легко. Башня не поднимается, теперь уже легче. Блин, они так нерегулярно двигаются, вот эти вот штуки. А! Блин! Ох, есть. Тут очень-очень точно нужно было это сделать. Так, сейчас будет сейв, и потом будет босс. Ха, вот тут вот что-то есть, да. Ну и вот тут, естественно. А туда как попасть? А, вот отсюда. Классно, вообще так, так прикольно. Тут, ну... Очень понятно, что нужно делать. At any given moment. Все, сейчас босс явно. Я прям не знаю. Ой, магии нет. О, это Tinker Knight. Что-то знакомое. What are you, some kind of ghost? Get out of my shop, I have work to do. The Enchantress would like a word. We have an army to rise. To raise, and talented engineers are in short supply. You might be a tool, but I am not. Time to make short work of you. God damn it. Что там short work himself? Такой весь невысокий. Оп, блин, ты шо? Это, честно говоря, достаточно эффективно. Ах, и магии нету, блин. О, есть. Блин, вот это мощно. Блин, у меня здоровья мало, честно говоря. О, спасибо. Фух. Боссы именно такие классные, вот именно сбалансированы. Ты всегда на последнем... Оу, щит! На последнем ударе... Подожди, мне надо курицу взять. А, спасибо. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Это прикольно. А тут еще и надо при этом его повреждать, да? Ого. Оу. Блин, оно мощно. А, я себя не вижу. Так. Здоровье. Ох. Ау. Блин, так много снарядов, столько всего происходит. Мне напомнил этот уровень с рыбой, короче, в одном из миров других. Или не рыба была, а как дракон такой, ну, по крайней мере, похожая структура босса была. Вау. Тут именно такая 8-битность. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Ох, класс. Блин, нет-нет. Ух. Ух, тут, знаешь ли, тут так все продумано, но в то же время и достаточно... Оп, ступеньки, да, это явно специально. Сейчас надо еще раз подловить момент. Давай. Блин, там надо, да, надо не вращаться, а прям так. Именно как по ступенькам вот так. Одна, вторая, третья. О, есть. Фу, блин, тут... А, это сложно, знаешь ли. Но мне нравится, тем не менее, я не знаю. Прикольно. О, есть. Они меня вернули. Очень удобно. А! Мало здоровья, мало. И у него мало, так что... Мы на равных. God damn it. На последнем... Fuck damn it. Так близко. О, мне кажется, золото не потерялось. Да, за босса не теряюсь. Фух, так много. Как же его повредить? Так, маленького... О, сразу вторая форма, класс. Блин, как же круто. Вот реально дизайн вообще. Нет, шорт. А, тут можно еще, да? Да блин, не та, не туда. Он делает не то, что я хочу. Тут надо аккуратно, конечно. Сейчас надо
пока он тут, мощными атаками на него. Блин, чуть-чуть не достал. Ага, со второй можно уже подпрыгивать. До него так трудно долететь. Классно, что они учли и сразу вторую форму дали. Это так... Плеер-френдли. Воу, а как же тут? А, тут еще есть эти. А, не успел еще. Блин, восстановил, как только повредился. О, есть, есть, есть. Тихо. Фу, хорошо, удачно. Ой, у него мало здоровья, и у меня мало здоровья. Сейчас, сейчас все будет. О, есть, есть, есть. Но! И последний, последний удар. Так, еще один последний удар. Блин. Не так. Так, сюда, сюда. И теперь... Фак! У него полудара оставалось. Там чуть-чуть надо было долететь. Фу, классный босс. Фу, если бы еще не надо было переживать о том, как внизу пропасти, короче, вот эти. Так, давай сразу. Оп. Блин, хватит кидать свои гайки ты. А! Тихо, тихо. Сюда. Нет, нет, нет. А! Чуть-чуть не успел. Блин, так много всего. О чем нужно переживать? О, есть. Так. Сейчас надо вот это приготовить, да. Я, как ни странно, на боссов обычно не использую атакующую магию, я только лечусь постоянно. Фу. Давайте, ступеньки мои. Спасибо, спасибо. Так, сейчас надо тут встать и бить его часто прямо. Все, я понял, как его убить, так что. Класс, мне, честно говоря, этот босс прямо совсем понравился. Интересная такая механика, и она так все, ну как бы, заботливо по отношению к игроку, то есть тут все время есть выходы из всяких ситуаций, оно не просто усложнено для того, чтобы быть сложным там. Это вот одна из таких, один из плюсов современного инди-гейминга, так сказать. В нем как бы уже раньше, если карты делали специально сложными, чтобы их дольше, типа, надо было проходить, а сейчас делают именно, ну так, демократично, как бы, для людей. Let's break camp. We can reach the pinnacle by day's end. I can already sense its power over life and death. It shall be ours soon. Ух ты, класс, уже и идет. Я бы, конечно, хотел... так... А наверх нельзя? Сейчас надо, короче... А, тут же еще и... Все людское. Он как Shovel Knight, но человек еще. Красиво тут. Надо перерыв сделать. В смысле, я слишком огромное видео... слишком огромный кусок записываю уже сколько? Час. Да-да-да. Хотя бы час. Час это хороший отрезок.
Все, тогда я выключаю и продолжу со следующего. Крутая игра, знаешь ли, я прямо, ну, не ожидал от Shovel Knight такого. Так, увидимся в следующем выпуске там.